Под древдой житель Екатеринбурга оставил машину на дороге и отправился в лес за грибами. А отошел примерно на 7 километров от машины и дороги. Нашел грибное место. А когда поднял голову, вдруг увидел медведя, который был от него в 3040 метрах. Медведь не нападал, просто стоял и смотрел. Сергей, грибник я, как положено, тихонечко в сторону. Не бежал, не орал. Отошел немного, прислушался, а он идет за мной. Мужчина испугался. Медведь следовал за ним на расстоянии сотни шагов, не пытался напасть, но и не прекращал преследования. Екатеринбуржец прошел с десяток километров и понял, что заблудился. Тогда грибник влез на дерево, чтобы осмотреться и позвонить. Он дозвонился в службу спасения. Сообщение передали экипажу Ревдинской ГИБДД. Инспекторы приехали к месту, где потерялся мужчина, Включили сирену и полтора часа ездили с ней по трассе, чтобы тот услышал, где находится дорога. Полицейские также поддерживали связь с мужчиной по телефону. А медведь все это время так и продолжал ходить за ним. Полицейские помогли грибнику выйти к подстанции местного предприятия и ждали его там. Мужчина поблагодарил их за помощь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.